что, мои дорогие? Подожди, Оля, не подключится. Там, видишь, справа внизу подключаешь. Подождешь, когда будет там несколько тысяч. Ну что, мои дорогие? Вас 50 тысяч. Я, как и обещала, выхожу с вами на связь. Прямо со стадиона. Вот Саня. Сань, поздоровайся с моими подписчиками. Привет. Их уже фигачили. Вот мой муж. Мой муж, он дает интервью на Матч ТВ. Сейчас присоединится. Здесь Катя, Димина сестра. Здесь Катин муж. Я на стадионе. Я на стадионе. Смотрим игру Локомотив Зенит. Привет, мои хорошие. Я очень рада, что я с вами. Буду радовать вас своими видео. Спасибо. Не, не ем. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что дождались меня. Спасибо вам за интерес ко мне. Вот, пожалуйста, смотрите, какая атмосфера. Немножко вам покажу матча, если вы не смотрите. Вот болельщики Локомотива. Вот болельщики Зенита. Пока 0-0. За кого болеете? Я 11 лет. Какой 11 лет? Всю жизнь болела за «Зенит» до 2011 года. В 2011 году я познакомилась со своим мужем. И с тех пор болею за... с братом своего мужа. И с тех пор болею за ту команду, где играет мой муж, естественно. Ну что, почитай немножко вас, пока ничья. Гол! Какая я счастливая!